Как отличить истину от лжи? Ну, точнее, это громкие слова истины, так скажем, приближение к истине, да, от информации, которая не имеет вообще никакого смысла. У нас есть ум и действие. Если вы решаете какую-то задачу, например, у вас есть две детали, вы хотите ее соединить каким-то образом, чтобы какой-то механизм работал, вы начинаете мыслить, и вы начинаете смотреть, как эту деталь нужно, каким образом ее прикрепить так, чтобы все работало. Так работает нормальная схема человека. То есть ум работает как положено. То есть он работает, вы приходите к какому-то результату, у вас что-то получается или не получается, ну и так далее. Так, есть еще вот это дело. Внимание. Внимание есть произвольное. Есть непроизвольное. То есть внимание вы можете направлять самостоятельно куда-то, то есть усилием воли, а также внимание может фокусироваться непроизвольным образом на любых других объектах. То есть, например, что-то упало рядом, вы сразу раз посмотрели туда. Это называется непроизвольное внимание. Так вот, что происходит, какая проблема есть у современного человека? Вот это внимание, оно переходит на мыслительный процесс. И этот мыслительный процесс повторяется бесконечно, без участия действия. Например, вы едете в автобусе, у вас произошла какая-то ситуация на работе или вообще ничего не произошло. Ну, вообще в жизни человека есть какие-то ситуации, которые происходят, которые его волнуют и так далее. Он начинает, когда он едет в автобусе, когда он едет на велосипеде, когда он лежит на диване, когда он там смотрит телевизор, еще что угодно, когда он ничего не делает, либо делает что-то, но его это не интересует, но он начинает все равно мысли крутить в тех областях, где ему интересно. Так? Его внимание переходит на ум, и получается мыслительный процесс, вы все внимание передаете мыслительному процессу. Постоянно обрабатывая информацию. Ага, этот сделал мне что-то не так, а если бы я сделал так, а если бы он поступил так, а если бы то. И мы начинаем крутиться вокруг этой информации. Что происходит дальше? Есть реальный мир. Это то, что происходит в реальном мире. Автобус столкнулся с автомобилем. Это то, что произошло в реальном мире. Человек заболел, то, что произошло в реальном мире. Человек разбогател, то, что произошло в реальном мире. Самолет взлетел, то, что произошло в реальном мире. Понимаете? То есть есть мысли, есть реальный мир. Так вот, когда вы внимание переводите сюда и начинаете крутиться вокруг своих мыслей, получается, что реальный мир, он находится вне зоны доступа внимания. То есть внимание находится совершенно в другом месте. Когда вы совершаете мыслительные операции вместе с действием, внимание находится вот здесь, все вместе. Понимаете? Мысль, реальный мир, внимание и так далее. Но когда вы начинаете мыслить без реального действия, получается у вас внимание вне зоны реального мира. И тем самым вы упускаете то, что происходит в реальном мире. Вы же сами прекрасно все это знаете. Вы выходите, вы прожили день, и у вас кто-то спрашивает, а что, какая машина стояла рядом, когда ты выходил? Или, например, какой запах был, какой что, понимаете? И вы затрудняетесь, вы не можете ответить. У некоторых людей даже доходит до того, что он не знает, что он ел на завтрак. Есть такие. Люди идут, которые идут, да, они шевелят губами, разговаривают, что-то думают. Это тоже из этой же оперы. Мы выходим, вылетаем из внешнего мира, из реального. Понимаете, что происходит? И мы не видим реальных. Так как различить истинную информацию от лживой? Именно таким способом. Есть два человека. Человек один, человек два. Вы третий. Так? Я. Вы просто берете и вот эту вещь, ваше внимание, вы переключаете на них. И вы смотрите, о чем они говорят, какие слова они употребляют. Вы смотрите, какой жизнью они живут. Вы смотрите, что вокруг них происходит, какие у них родственники, какие у них действия, какая у них работа. Как эта информация
которой они спорят, влияет на них и что происходит в реальном мире. Когда вы перестанете мыслить без действия просто, а просто будете сторонним наблюдателем того, что происходит, ваша жизнь кардинальным образом поменяется, потому что вы начнете выстраивать такие логические цепочки, вы начнете приходить к таким умозаключениям, к которым вы раньше не приходили. И самое интересное, что на этой информации, которую вы будете наблюдать во внешнем мире, вы будете выстраивать причинно-следственные связи, которые вас будут приводить совершенно к иным результатам, нежели вы просто будете крутиться, как белка в колесе, вот в этом пространстве, в то время как наш мир будет проходить мимо вас. Вспомните, какой запах был, когда вы выходили из подъезда. Сегодня вспомните, вы не вспомните. Вспомните, в чем была одета бабушка, которая сидела на лавочке, когда вы выходили, вы не вспомните. Это все отсюда. Мы уже с утра находимся в этих мыслях, мы с утра уже в них. Постоянно что-то думаем, в это время реальный мир. Я вам скажу так, что то, что происходит здесь, совсем не имеет отношения к тому, что происходит здесь. Это два разных мира. В основном споры, о чем спорят люди, они вообще ни о чем. То есть там информации ноль. В основном те темы, о которых спорят люди, они вообще не имеют отношения к вам. Это большинство случаев. И это правда. Все, что мы переписываемся, наши переписки, разговоры, на сегодняшний день это разговорами и заканчивается. Да, есть нужная информация, но ее настолько мало, что мы ее даже не замечаем из-за того, что мы находимся вот здесь. Я нашел этот способ благодаря тому, что я начал изучать психологию. И, пожалуйста, ради Бога, не надо комментировать это видео сразу. Возьмите один месяц. Просто попробуйте быть сторонним наблюдателем. И запомните еще такое правило. Никогда не спорить. Только быть сторонним наблюдателем. Только сторонним наблюдателем. Никогда не спорьте. Получайте информацию. Просто получайте информацию. Понимаете? Когда информация поступает сюда, сразу ее применяйте. Если нет возможности применить, опять переключайтесь на реальный мир. Понимаете? Так вы не попадете в эту ловушку. На самом деле это ловушка. Но эта система на самом деле работает. Просто человеческое общество устроено так, чтобы человек постоянно крутился в своих мыслях. Потому что у него нет реального действия. Человек не может реализовать все, что он хочет. Из-за этого он вынужден крутиться в своих мыслях. Это небольшое дополнение на ту тему, как быть сторонним наблюдателем, то есть как получить истинную информацию, да, и отличить ее от недостоверной. Огромная проблема заключается в том, что мы имеем дело с эмоциями. Когда вы слышите какую-то информацию, которая, на ваш взгляд, является недостоверной, да, то есть человек что-то говорит, но вам кажется, что он... Или вы реально знаете, что он заблуждается, то вот здесь как раз всплывают эмоции. А с эмоциями справиться невероятно сложно. Вот какой самый главный ключевой момент. То есть, когда вы сторонний наблюдатель, когда вы начинаете практиковать это, да, вы действительно получаете информацию. Но проблема-то в том, что некоторая информация, вы действительно больше знаете, чем какой-то человек. И вот здесь как раз таки в этом противоречии и вступают эмоции. Понимаете, эмоции – это очень сложный такой психический процесс, который контролировать практически невозможно. На это способны лишь какие-нибудь, я не знаю, там монахи в Шаолине и так далее. То есть они над этим работают годами. И если вы хотите взять вот так вот один раз –
раз, и справиться с эмоциями, то, поверьте, это не так просто. Это невероятно сложно. Вы можете просто войти в этот эмоциональный процесс, и дальше ваш сторонний наблюдатель просто выключается. То есть вы на эмоциях можете там наговорить такого, вступить опять в этот спор и так далее. То есть вы выключаетесь из реальности, из-за эмоций. Поэтому не контролируйте, а как старайтесь контролировать. Да? То есть это важный момент. Сторонний наблюдатель, контроль эмоций. Это самое главное. Даже если вы услышали какую-то неправду, да, на ваш взгляд, просто эмоции глушим и опять продолжаем наблюдать. Потому что как только эмоции вас захлестывают, да, вами овладевают, все, вы уже не сторонний наблюдатель. И это самое главное, что я забыл сказать вообще, это самая главная информация.